Наша семья Осадчи, я Светлана, мой муж Дмитрий, Владислав старший сын, Артем младший сын. Нашей семье 15 лет в этом году, да. Мы счастливая семья, то есть и путешествуем на лыжах, катаемся, любим друг друга и ругаемся, и, ну, обычная семья. Друзья наши из Москвы боялись ехать в Буковель. Они, мы с вами поедем, можно? Потому что говорят, что нас там бьют, украинцы нас вот западенцы, они нас будут ущемлять, что они услышат, что мы русские. Я говорю, ну хорошо, поехали. Они в шоке, на следующий год сами поехали, сказали, боже, там же все улыбаются, все нас любят, как так возможно? Мы говорим, а сейчас вот как раз тот момент, когда мы должны сплотиться, забыть о том, на каком языке мы разговариваем, мы абсолютно все друг друга понимаем. Но понять, что вместе мы сила. Мы открытые, добрые, всегда гостеприимные. То есть мы украинцы. И вот я хочу, чтобы мы были такие.